Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим очередной инди-проект. На этот раз у нас под руки попалась игра Cube. Игра, насколько мне говорили, очень похожа на Portal. Разработчики вдохновлялись именно идеями первого Portal, по большей части, при создании ее. И в итоге получилось, судя по всему, так хорошо, что Valve взяла компанию под свое крыло и сейчас издает эту игру. Вроде как под своим. Хотя могу ошибаться. Возможно, я что-то путаю, но вроде как я такую информацию слышал. Суть в чем? Давайте смотреть собственную игру. Мне интересно, что же получилось. Я такие вещи обожаю. Так, это что это? Где это мы? Но поначалу я могу сказать, что либо у меня что-то с дровами, текстуры не прогрузились, либо это такой минималистичный стиль, скорее всего, второе. Выглядит, надо сказать, знатно и очень красиво. Так, у меня какая-то перчатка на руке. Да, выглядит. Кстати, игра, насколько я слышал, сделана на Unreal Engine 3, но почему-то сразу узнается безошибочно стиль Portal. И если бы она была сделана на Source, я думаю, немного бы изменилось. Так, ладно, ну и что мы имеем? Мы попали в какое... Это непонятное помещение. Это круто. Обожаю такие вещи. Просто представьте, что это именно вы оказались в таком месте, не понимаете, что делать. Сразу как-то плюс 9000 к атмосфере добавляет, да? Так, и что делать? Ладно. Пока что вообще не понимаю, что происходит. Выглядит это все странно. Не могу сказать, что это выглядит некрасиво. Ух ты, у меня руки вылезли. Но могу сказать, что выглядит это как минимум очень странно. Ага, понятно. Ладно. Так, ну, в принципе, общий посыл понятен. Похоже, таким образом мы и будем решать эти головоломки. И, надо сказать, выглядит это очень круто. Особенно вот сейчас, когда руки появляются, это очень красиво. Руки очень красиво сделаны, как ты не забываешь, что перед тобой очень технологичный движок. Так, и что с тобой, кубик? А, во! А, судя по их направлению, меня что, может сейчас отбрасывать от них, что ли? Ага, понятно. Ага, вон он что, Михалыч. Так, а тут у нас вот так, вот так. Оп, оп. Отлично. Смысла пока в этом никакого не вижу, но выглядит, надо сказать, все это знатно и прикольно. Так, погнали. Хорошо. Ну, короче говоря, это стопудовый портал, причем не именно, именно не в плане какой-то там подачи сюжета, потому что сюжет вообще никакого пока не видать. Не в плане построения головоломок, это просто что-то неуловимо знакомое во всем этом присутствует. Возможно, цветовая гамма, возможно, общий минималистичный стиль. Но при этом игра крутая. Выглядит очень круто это все. Очень стильно, очень необычно. Так, вон оно как сразу по три поднимается. Игра у меня скачана, но, судя по всему, я сейчас, после того, как отснимаю этот ролик, иду и покупаю ее. Потому что это что-то невероятное, это очень круто. Так, ну-ка. Кошка, отойди. Так, хорошо. Блин, ну прикольно, да? Музыка приятная, если вы слышите.
Да, конечно, вы слышите. Так. Вот так-то. Ой! Что ж я как в контре распышка бегаю? Сколько лет в контру не играю, но, блин, как что-то похоже. Но это даже не сурс, поэтому зачем я так занимаюсь, так тороплюсь, непонятно. Короче говоря, офигенная графика, офигенная оптимизация, офигенные, похоже, идеи. Я думаю, ближе там через пару-тройку часиков такие забористые пойдут головоломки, что просто голова кругом пойдет, но... Но при этом... Так, а, все, понял. Так, хорошо. Но при этом какого-то отторжения не вызывает. Буквально это натуральная любовь с первого взгляда. Настолько все круто. Так, я допрыгну, нет? Допрыгнул, отлично. Нет, не так. Видимо, вот так вот. По-моему, так будет нормально. Ой. Эй. Ой-ой. Так, ты давай-ка свали. Мы сделаем вот так. Или вот так. Надо маленько привыкнуть, какая из кнопок что делает. Но, в принципе, как я говорю, порог вхождения вообще никакой. То есть, чему-то тут обучаться натурально не надо. Все ловится на лету. Хорошо. Ой. Ой. Так. Блин, мне надо поторапливаться, что ли? Что-то похоже у меня проблемы, да? Или нет? А это могло плохо кончиться. Это, похоже, мне просто показывает, что я тут не в безопасности. Поэтому надо быть осторожным. Так, нет, не в ту сторону, подожди. Вот так-то. Ага, понятно. Так, я думаю, вот так будет нормально. Да что ж такое? Блин, что-то недолет. Ну, короче, вот сюда надо залететь, похоже. А ты пока свали. Ох, так. Все. Возьмемся за руки, друзья. Отлично. Главное не спешить. Спешка нужна при ловле блох. Теперь мне нужно перепрыгнуть на ту и переставить по-другому вот эту штуку. Так, втягивайся и подтягивайся. Отлично. Хорошо. Что-то вроде получается. Пока что все очень круто. Я просто не вижу, за что можно эту игру ругать в рамках своих концепций. Она идеальна, по-моему. Так, ладно. Что произошло? Это, видимо, второй какой-то уровень, что ли? Интересно, мне дадут какие-нибудь новые способности, возможности? Ага. Так, мне, судя по всему, тебя как-то вот сюда надо подвинуть, да? Явно не таким образом. Круто. Так. Что мне нужно сделать? Что это делает? А если, допустим... Так. Допустим, вот так вот. Ага, это полностью обновление, понятно. Так, хорошо. А, подожди, нет, я понял. Так, давай-ка ты. Двигайся, двигайся, двигайся. Теперь ты. Поднимайся, поднимайся и поднимайся. Поднимайся. Офигенно. Блин, по-моему, игра просто огонь. Ой, упал. Опять тороплюсь. Что ж я такой торопливый-то сегодня?
Так, ну давай, аккуратно. Да запрыгивай ты, мать твою, за ногу. Так, ну что, очередная головоломка. Я думаю, на этом мы и прекратим. Потому что, в принципе, посыл вообще понятен. Сюжета в игре практически нет, но при этом какое-то ощущение такой таинственности присутствует. Выглядит игра просто термоядерно, на мой взгляд. Несмотря на то, что тут, в принципе, никаких технологий-то можно не использовать. Что тут одни кубы, да, в принципе, и все. Но при этом выглядит это все настолько круто, что просто не передать словами. Довольно-таки технологично, кстати говоря, казалось бы, опять же, какие тут могут быть применимы технологии, но в целом выглядит все хорошо. Собственно, по игре могу сказать, что она меня затянула буквально с первых головоломок. Это очень необычно, очень свежо, и со времен второго портала, в принципе, ничего подобного не выходило. Причем второй портал это уже был более такой коммерческий проект. Вот это вот чисто натуральный артхаус. В целом, короче говоря, по-моему, прекрасно все. Советую всем покупать. Я побежал покупать эту игру в Стиме, потому что, как вы знаете, я не могу буквально все игры, на которые делал небольшие такие первые впечатления, не могу их покупать, потому что я не Рокфеллер, тупо говоря, не Билл Гейтс. У меня не так много денег. Но теперь, знакомившись, я знаю, что этот проект определенно стоит своих денег, и если там, допустим, на Новый год у кого-то будет бодунище, то вот эта игра прекрасно приведет его в чувство обратно в нормальное состояние. Так что, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось такое небольшое мини-ревью на эту игру. В принципе, по-моему, все очень круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.